Всем привет, сравнение смартфона Samsung Galaxy A02s, который находится слева, темно-синий цвет. Вот, и такой больше голубому цвету, это Samsung Galaxy A12. Версии смартфонов на 3 гигабайта оперативки, 32 гигабайта встроенной памяти. Со стоимостью наличия можете знакомиться в описании к этому видео, также сравнить стоимость наличия данных устройств. Скажу, что Galaxy A12 дороже будет примерно на $30, примерно плюс-минус. Ну, давайте разберемся, чем он лучше. Так, по внешнему виду сразу бросается в глаза блок камеры, то есть тут квад-камера у Galaxy 12, тут тройная камера. Материал корпуса в принципе похожий, и там рифленый пластик, немножко отличается узор, вот, ну и немножко вот покачественнее сделано на Galaxy A12. Снизу порты Lightning, USB Type-C, джеки для наушников, динамики, микрофоны. То есть по размещению элементов управления не отличаются. Вот, за исключением того, что у кнопка включения у Galaxy A12 она совмещена с сканером отпечатка пальцев. Тут сканера отпечатка пальцев у Galaxy A02s нет. Окей. Слоты одинаковые, то есть во всем остальном это очень похожее устройство. Включим их одновременно, посмотрим, кто быстрее загрузит систему. Galaxy A02s будет всегда слева, и Galaxy A12 всегда будет справа. Так, дисплей у них вообще не отличается, и там PLS матрица, разрешение 1600 на 720 точек, одинаковый 260 ppi. Так, и ожидаем загрузки, кто быстрее включится. A12 включается быстрее. Так, и ожидаем A02s. Разблокируем. Так, перейдем в настройки. Сведения о телефоне. Сведения о программном обеспечении. One UI Core 2.5, Android 10. Тут есть версия Nox 3.6 на Galaxy A12. Хорошо, закрываем. Так. И переходим в синтетические тесты. То есть уже будем говорить о их реальных отличиях. То есть пока, кроме квад-камеры, отличий никаких не было. Ну и чуть лучше с материалов корпуса, чуть лучше. У Galaxy A02s железо от Qualcomm. Это Snapdragon 450, 8-ядерная, 1.8 тактовая частота этого процессора, 1.8 ГГц. Видеоускоритель Adreno 506. У Galaxy A12 процессор от MediaTek Helio P35, 8-ядерный, 4x4, 1.8 и 2.3 тактовая частота. Видеоускоритель PowerVR. Так, смотрим на результаты тестов. Интересно, как показывает Geekbench, да, что вот плотность пикселей с одинаковым разрешением и одинаковой диагональю тут показывает 320, показывает 270. Немножко, да, они, как бы тут нереальные данные оцениваются, а то, что там кто-то написал неправильно. Так, тест процессора, видим, Galaxy A12 его сильно-сильно выигрывает, мультиядерный тест. Так, это с видеоускорителя, да, тут не показывается, что там не определяет. Смотрим Antutu Benchmark результаты в Antutu Benchmark. Так, 97 тысяч, тут тоже есть преимущество у Galaxy 12, но небольшое. Небольшое, не такое, как у Geekbench 5. Так, тест мультитач, тут поддерживается 10 касаний, тут поддерживается 5 касаний. Интересно, да? На A02s больше касаний поддерживается. Хорошо, закрываем. Вот, давайте откроем, например, Play Market одновременно. Кто быстрее его прогрузит? A12 прогружает быстрее. В принципе, такая ситуация будет, ну, практически со всеми программами на Galaxy 12. Они будут грузиться чуть быстрее. Ну, такими более-менее тяжелыми программами. Вот, откроем браузер. Перейдем на сайт Samsung. Так, тут уже открыт сайт Samsung. Тут открываем. Чуть получше работает, конечно, на
Galaxy A12 сайт. Так, и перейдем по этой ссылке одновременно, смотрим на A02s. Чуть-чуть быстрее загрузилось. Возвращаем назад. Давайте сюда. Тут теперь на A12 там было быстрее. Ну, в общем-то, браузер работает нормально, не идеально, но как бы и там, да, нормально работает, не идеально. Чуточку получше на A12, хорошо. Закрываем, давайте откроем тяжелую игрушку PUBG. PUBG Mobile. Посмотрим, кто быстрее загрузит игру. Игра работает, что там на минимальном уровне, там не на минимальном, на низком, да. Или на минимальном можно поставить, или на низкий. Ну вот посмотрим, насколько будет разница по скорости загрузки. Долго грузится, что там. Но на A12 все-таки быстрее. Вот, загружается игра. Игра одна из самых тяжелых, вот низкий уровень графики, в принципе, и на Galaxy A02s тоже такой же уровень низкий. Хорошо, закрываем, тут еще она будет грузиться, но мы, в общем, разобрались, что, в принципе, значительно быстрее по производительности будет Galaxy A12, в тяжелых игрушках они будут реально быстрее грузиться, и какие-то другие тяжелые программы. Теперь по камерам, покажу вам примеры снимков на основные камеры этих устройств в сравнении, и сможете оценить их качество. По автономности смартфоны примерно не отличаются, чуточку там есть преимущество у A02s, там, ну, несколько процентов, там до 5% при одинаковой нагрузке он проработает дольше. Разница небольшая. У них одинаковые объемы батарейки по 5000 мАч, но чуть более экономный процессор на Galaxy A02s, поэтому он проработает там немножко-немножко дольше. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maxi Mobile, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!